Так, ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. Сегодня у нас будет видео, почему плохо греет печка в Ланосе. Вот у меня была такая проблема, я с ней столкнулся. И сегодня хочу с вами поделиться и объяснить одну из причин, почему же она плохо греет. Сразу попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, какая у вас проблема с печкой, была ли она вообще в Ланосе. Значит, смотрите, у меня была такая проблема. Я еду, окна потеют, невозможно вообще ехать, холодно в салоне и так далее и тому подобное. Хотя перед этим я поменял печку. Я не мог понять, в чем проблема. Дорога была дальняя, около 1000 километров мне надо было проехать, но тем не менее печка отказывалась нормально работать. В итоге я проездил еще так несколько дней после того, как 1000 км проехал. Вот, и печка все с каждым днем все хуже и хуже грела. Потом я выяснил, в чем причина. Причина была банальная. Бачок расширительный, собственно говоря, в автомобиле, куда заливается наш антифриз. Крышка плохо держала, на этом бачке срывалась постоянно, собственно говоря, резьба эта. Вот, крышка срывалась, и что получилось, ребят? Тосол выдавливала постоянно там, да? И из-за этого, из-за того, что я много проезжал, тосол то выхлюпывался, крышка рядом валялась, то еще какой-то прикол, понимаете? Было так, что тосола было на минимуме, в бачке вообще капля. Следовательно, плохо прогревался редуктор, следовательно, газ не включался. Он то был, то не было его. Так что, ребят, перво-наперво проверьте сразу жидкость в вашем бачке расширительном. Если она в норме, то это, наверное, не ваша проблема. Но у меня была вот такая вот проблема. Как только поменял бачок, долил жидкость, поменял пробку, все, ребят, работает просто пушка, греет, ну, как новая машина, ребят. Уже ехал обратно, и все работало по красоте, в машине была жара. Ребятки, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому вдруг нужна, ребят, страховка, залетайте по ссылке в описании, и по моему промокоду вы сможете оформить страховку на ваш автомобиль с 10% скидкой и оформить ее онлайн. Всех обнял до хруста, катайтесь, не ломайтесь, пока-пока, до новых встреч.